Уважаемые земляки, в этом году мы празднуем День освобождения Одессы от нацистских оккупантов в условиях карантина, а значит, с рядом ограничений. Это, конечно же, не меняет нашего отношения к этой дате, к нашей героической истории. И я не сомневаюсь в том, что уже в следующем году мы отпразднуем этот день в привычном формате. А пока я призываю всех одесситов отметить наш личный День Победы с соблюдением всех карантинных мер. На улице это использование средств защиты, дистанция между людьми, минимум контактов. Благодарю всех за понимание и, конечно, поздравляю всех с нашим праздником. Мира, добра и благополучия всем нам!